Сергей Анатольевич, ну вот теперь несколько такой, скажем, критический вопрос с критикой, или, может быть, нет. У вас был неплохой шахматный клуб, он стал призером чемпионата страны. Команда. Команда Ростовской области была представлена. Сейчас, как мы знаем, возрождается вот этот вот чемпионат на новой основе. Вы даже хотите узнать, будем ли мы участвовать в этом году? Будете ли вы, ну, во-первых, что стало с клубом мужским, с командой, да. И что будет? Ну, в прошлом году так получилось, что я на какое-то время в связи с переездом в Москву отошел от работы на полгода. Ну, насколько это было возможно отойти, конечно. Вот. И команда, в общем-то, у нас не сформировалась. К сожалению, не смогла принять участие в чемпионате России команда. А в этом году мы планируем, хотя и ситуация непростая, но мы планируем все-таки команду сформировать. Мы об этом сейчас говорим с Российской шахматной федерацией. Кто будет участником этой команды? Все-таки мы хотим, конечно, чтобы у нас будет два состава. У нас будет команда наших донских шахматистов, наших гроссмейстеров, молодых ребят, дать возможность им, в общем-то, посмотреть, поучаствовать в этом чемпионате. Но все-таки мы хотим и команду легионеров, конечно. Мы уже ведем переговоры с топовыми гроссмейстерами. Это секрет? Я могу несколько фамилий назвать. Это Мамедьяров, который стал победителем мемориала Аталя в Сочи не так давно. Вот. Это и Рублевский Сергей. И, в общем-то, насколько мне известно, что в этом году команда Югры, в общем-то, не будет участвовать. Вот. Кого-то мы пригласим, наверное, оттуда. Но, в общем-то, планы хорошие есть. Надеемся, что мы все-таки в этом году, ну, не знаю, победим, нет, но призерами мы должны быть, обязаны быть. Каждая команда требует спонсоров. Мы понимаем, это затратное мероприятие. Может быть, что-то о спонсорах? В этом году, ну, в общем-то, ситуация непростая, но посмотрим. Мы все-таки надеемся, будем стараться. Думаю, что все у нас должно получиться. Это решится буквально в ближайшие 2 недели, потому что уже есть сроки. И команда должна быть сформирована, поэтому я думаю, что до конца наших мероприятий в Таганроге, до 27 января, уже все будет понятно. Может быть, мне удастся взять у вас интервью тогда по свежим решениям. Спасибо.